Во Пскове сегодня обвенчались режиссер Андрей Кончаловский и его супруга, актриса, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая. Церемония состоялась в Троицком соборе Псковского Кремля. Обряд венчания провел митрополит Псковский и Порховский Тихон. В храме присутствовали только близкие друзья пары, в частности, брат Андрея Кончаловского, режиссер Никита Михалков. Прессу на церемонию не пустили. 81-летний Кончаловский и 45-летняя Высоцкая поженились 20 лет назад. У них двое детей, дочь Мария и сын Петр.